Дорогие друзья, сегодня 5 июня, 15-й лунный день священного месяца Юрсар. Буддисты всего мира отмечают день рождения, просветления и уход в паре нирвану будущей Кемуни. В 563 году до нашей эры в Люмбини, ныне территория современного Непала, родился принц Будда Шьякьямуни. Он рос в богатстве и роскоши, но вот однажды Будда Шьякьямуни, переодевшись в одежду своего слуги, покинул царские покои в поисках счастья, в поисках смысла жизни. И вот в джунглях под деревом Будда Шьякьямуни просветлился, и он открыл один из главных принципов буддизма – сострадание, сострадание ко всем живым существам. И всю свою жизнь он прожил, проповедуя идеи добра, любви, помогая наработать позитивную карму. С праздником всех любви, добра и, как учил великий Будда, достичь внутренней гармонии каждому из нас.